эфире новости в студии Излиха Сулейман. Здравствуйте. В этом году объемы продаж урана на 70% превысят средние показатели за последние 3 года. Об этом Нурсултану Назарбаеву доложил сегодня глава национальной компании «Казатомпром» Галымжан Пирматов, а также представил итоги и перспективы работы. Как подчеркнул президент, компания занимает ведущие позиции в мировой атомной промышленности. По словам Пирматова, в этом году «Казатомпром» выполнил все производственные и финансовые планы. В связи с этим выплата дивидендов в этом году превысит результаты прошлого года более чем в 2 раза. «Казатомпром» — одна из важнейших национальных компаний в Казахстане. Определенное время проработал на этой должности. Доложи о результатах. В первую очередь, Руслан Ильич, мы тщательно изучили сложившуюся ситуацию в мировой атомной отрасли. И по результатам серьезной аналитической работы приняли новую стратегию развития. Она уже дает результаты. За 2017 год и за 8 месяцев текущего года компания выполняет все производственные и финансовые планы. В этом году мы планируем выплатить дивиденды больше, чем в 2 раза прошлогоднего результата. Также хочу отметить, Нурсултан Абишевич, в этом году продажи урана превысят в среднем за последние 3 года объемы на 70%. Это рекордный результат за всю историю «Казатомпром». Несмотря на наше прошлогоднее решение сократить объемы производства, мы наращиваем свою долю на рынке, и мы теперь самые крупные не только по объему производства, но и по продажам. Спикер Сената парламента Казахстана Касым Жомарт Токаев раскритиковал законотворческий процесс в Казахстане, пояснив, что в нем отсутствует системность планирования, а внесение в парламент законопроектов происходит с опозданием. По словам Касым Жомарта Токаева, нередко бывают случаи, когда уже принятые парламентом законодательные акты после вступления в силу вносят до 100 изменений. Наши законы нередко нацелены на решение только оперативных проблем в экономике и общественной жизни. Бросается в глаза отсутствие в них концептуального видения текущих моментов и перспективных тенденций в развитии государства. Некоторые законы страдают как внутренними противоречиями, так и отсутствием сбалансированности между собой. Одно и то же явление законы могут трактовать по-разному. Это, естественно, порождает критическое отношение общества к деятельности парламента и правительства. Министр юстиции, в свою очередь, объяснил, что частые корректировки в законы или разработка новых – нормальный процесс, не связанный с качеством действующего законодательства. Также в ведомстве планируют перенимать опыт Великобритании. До конца года в рамках соглашения со Всемирным банком будет проведен сравнительный анализ международного опыта по законотворчеству с последующей разработкой нового проекта. Качество может быть обеспечено в первую очередь за счет открытости. Если раньше законопроект впервые можно было увидеть только когда он уже внесен в парламент, то сейчас уже концепцию госорганы обязаны публиковать со всеми материалами. И они публикуют это в открытом доступе. Это залог того, что любой желающий может посмотреть, высказать свое мнение, направить свои замечания, и эти замечания учитываются. 600 миллиардов тенге в виде налоговых поступлений и 30 тысяч рабочих мест. Таковы предварительные итоги внедрения комплексного плана развития отрасли машиностроения Казахстана на ближайшие 10 лет. Проект документа представили сегодня на пленарном заседании форума машиностроителей, который проходит в Астане. В комплексном плане предусмотрено введение мер поддержки и обязательств для отечественных производителей и экспортеров. Планируется строительство собственных предприятий по производству комплексных. На сегодня Казахстан на 80% зависит от поставок сырья и запчастей. Вопрос сырья комплектующих, он сейчас номер один. Потому что в основном сейчас машиностроители закупаются из России и Китая. То есть в планах создать именно сейчас компактные какие-то металла, перерабатывающие вот такие литейные производства, весь мир так работает. Компактное производство 20 тонн, но зато оно производит высокотехнологичные, допустим, те же легированную сталь, специально для нужд, которые кастомизированы, какому предприятию сколько нужно.
С начала года свыше 33 миллионов тенге штрафов заплатили предприниматели за нарушение антимонопольного законодательства. Причем сумма за первую половину этого года в два раза больше, чем по итогам прошлого. Специалисты связывают такую активность обращений в комитет с ростом числа юридически подкованных граждан. Чаще всего столичные жители жалуются на действия субъектов рынка по сговору, злоупотребление доминирующим или монопольным положением, а также недобросовестную конкуренцию. Так, с 1 января этого года профильный комитет провел 23 расследования. В частности, речь идет о проверках в сферах розничной торговли углем и сжиженного газа для заправки газгольдеров или предельно высокие тарифы на услуги платных парковок. По итогам расследования виновники привлечены к административной ответственности и штрафам с конфискацией незаконных доходов. Все рынки же не регулируются департаментом, они все свободные рынки, они сами как бы могут сами себе тарифы устанавливать, и как бы они нам не отчитываются, и как бы у нас тоже таких полномочий нет, чтобы нам они отчет предоставляли ежемесячно или ежедневно. И в случае поступления жалобы, конечно, будут приняты меры реагирования. А в Павлодарской области расширяют антикоррупционное сопровождение инвесторов. В регионе открылся фронт-офис проекта Protecting Business and Investment, созданный по инициативе Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Уже подписано около 10 соглашений между антикоррупционщиками и бизнесменами. Это позволяет эффективно решать проблемные вопросы предпринимателей в самых разных сферах государственной службы. В селе Жетыкши недавно появились крупные инвесторы. Бизнесмены из Поднебесной строят здесь завод по переработке подсолнечника и производства растительного масла. Продукцию планируют экспортировать в Китай. Мощность будущего объекта – 30 тысяч тонн масла в год. Объем инвестиций превышает 1 миллиард тенге. Реализацию проекта начали летом, и сразу же инвесторы столкнулись с множеством проблем. Возникли сложности по линии миграционной службы, земельных отношений, банковских услуг. Нам было очень сложно преодолеть все эти административные барьеры. Проблемы возникали одна за другой. Мы привезли на объект много иностранных специалистов, которые устанавливают технологическое оборудование. Их чуть не депортировали обратно в Китай. Спасибо, что сотрудники антикоррупционной службы быстро отреагировали и помогли решить эти вопросы. Эта служба действительно отстаивает интересы инвесторов. Под надежной защитой антикоррупционной службы в области сегодня работают 10 предприятий МСБ. С ними подписаны соответствующие соглашения о взаимном сотрудничестве. Это называется антикоррупционное сопровождение. То есть, чтобы у предпринимателя не вымогали какие-то денежные средства, либо какие-то препятствия, барьеры, чтобы не создавались, чтобы все решалось на законных основаниях, мы подключаемся и сопровождаем. Недавно в службу обратилось руководство птицефабрики «Павлодаркос». Предприятие сейчас пытается получить субсидии за производство яиц в размере 60 миллионов тенге. Непонятным образом эти деньги не были заложены в бюджете, и теперь управление сельского хозяйства не может выплатить гарантированные государством средства. Любое предприятие, она надеется на эти деньги, она ставит свою доходную часть для того, чтобы дальше расширяться. Мы развиваемся, несмотря на то, что сегодня все оборудование, корма, все это идет удорожание. За несколько месяцев работы фронт-офиса за помощью к антикоррупционщикам с проблемами разного рода обратились 26 предпринимателей. Служба отстояла их законные интересы и защитила права бизнесменов. Ербулович, Самат Аспанов, Алексей Аминицкий из Павлодара, Хабар 24. 270 преступлений выявили и раскрыли с помощью камер видеонаблюдения полицейские Таразы. Такого показателя достигли за 8 месяцев текущего года. Всего в областном центре функционируют 206 видеокамер. Они установлены на основных перекрестках, в общественных местах, возле учебных заведений и других объектов. Все камеры вращаются на 360 градусов. Они могут приблизить и зафиксировать объект, находящийся на расстоянии 800 метров. До конца года в рамках проекта «Безопасность двор» в областном центре планируют установить еще 300 камер видеонаблюдения, которые появятся во дворах 10 микрорайонов и на улицах города. Выявлено, кроме того, более 13 тысяч правонарушений, административных правонарушений, по которым наложено более 5 миллионов тенге штрафов. И на сегодняшний день, за 8 месяцев, уже бюджет взыскано 3 миллиона 456 тысяч тенге.
ЮНЕСКО, Совет Безопасности, Генассамблеи и другие структуры Организации Объединенных Наций в руках молодежи. В столице проходит первая международная модель ООН Центральной Азии. Это своего рода дипломатическая игра, где студенты и школьники могут примерить на себя роль настоящих политиков. Обсудить глобальные проблемы современной политики в Астану съехались сотни делегатов и десятков стран. По итогам дискуссии будут приняты резолюции, которые в последующем направят на рассмотрение в профильное агентство ООН. Некоторые страны Африки сегодня охвачены гражданской войной. Во многих местах царит голод и нищета. Эти проблемы мы должны решать всем мировым сообществом. К молодежи надо прислушиваться, ведь мы можем предложить совершенно новые идеи, которые смогут улучшить наш мир. Важные документы о сотрудничестве подпишут участники Евразийского литературного форума. К примеру, меморандум о сотрудничестве между Союзом писателей Казахстана и Ассоциацией писателей Ирана. В Астану приехали свыше 300 деятелей культуры из Европы и Азии. Главными темами для обсуждения стали современное состояние казахской литературы, новые тренды и проблемы развития жанров. Затронут сложности и переводческого дела. Организаторы надеются, что уже после проведения форума в мире появится понятие «евразийская литература». Конечно, нам нужно подтянуться в плане вот мировой литературы. Мы должны по всем этим жанрам, конечно, еще активнее работать. Я не сказал бы, что казахская литература как бы слабее, но есть поджанровые какие-то вещи, которые мы должны подтянуть. И мы к этому стремимся. Сейчас среди молодежи очень... как бы есть сильные тенденции, что к этому идет. Сейчас у нас и жанр фэнтези, и постмодернистская проза, мистика, мифология, все это как сейчас у нас рождается заново. 12-летний Мейржан Жидиба из Актобе готовится к финалу национального отбора Junior Eurovision 2018. Талантливый мальчик поет с 2 лет и мечтает прославить свою страну на весь мир. С юной звездой встретилась Лейла Уэсова. Это одна из любимых композиций юного дарования. Свои первые шаги в музыке Мейржан Жидибай сделал еще на детских утренниках. Сейчас ему 12 и в копилке призы на республиканских и международных конкурсах. Моя главная цель – достойно показать себя в финальном шоу. Для меня на первом месте голос. Люблю исполнять народные песни. Обдумываю композицию и выступление. Сделаю все, чтобы достойно представить Актобе на этом конкурсе. Чистый и сильный вокал – результат упорных занятий. Мейржану в этом деле повезло. Учитель пения Лаура Таусарова вкладывает душу в обучение своих учеников. У Мейржана хорошие музыкальные способности, есть чувство эмоциональной выразительности ритма, диапазон его голоса в 3 октавы. Сейчас мы совершенствуем технику пения и усиленно готовимся к выступлению на детском Евровидении. Талант к пению у своего сына Бахыткульдарменова заметила, когда ребенку было 2 года. Сценой для Мейржана был детский стульчик, а микрофоном – любимая игрушка. По словам мамы, мальчик любит слушать хиты казахстанских звезд. Его кумир – Димаш Кудайберген. Он постоянно наблюдает за его творческим путем. Он знает, где он сейчас проводит концерты, какие песни поет. У него очень огромный диапазон. Мой сын еще мал для таких песен, но некоторые его песни мы уже исполняем. К слову, на музыкальном фестивале «Бахыт Табала», который организовали родители Димаша, Мейржан Жидибай получил приз в 500 000 тенге. Выбирать юного победителя, который представит Казахстан на детском Евровидении, будет жюри совместно с телезрителями. Национальный отбор пройдет 22 сентября. Ну а сам международный песенный конкурс «Junior Eurovision» пройдет 25 ноября в Минске. Прямая трансляция и отбора, и самого конкурса будет вестись на телеканале «Хабар». Лейла Усова, Надин Молдабеков, Гульмира Досмурат. Я Айбек Даутов, Актобе, Хабар 24. К
Событиям в мире. В Аргентине попытки правительства вывести страну из кризиса привели к многотысячным протестам. Демонстранты на улицах Буэнос-Айреса требуют снизить стоимость электроэнергии и других коммунальных услуг. По словам местных жителей, у многих попросту нечем платить за элементарные удобства. Отмечу, повышение тарифов – лишь одна из отчаянных мер властей, которая якобы поможет пополнить казну в период финансового кризиса. В июне Аргентина подписала соглашение с Международным валютным фондом о предоставлении кредитов на 50 миллиардов долларов. Эксперты прогнозируют, что в следующем году ВВП страны снизится на 1,3%. При этом финансовая сделка не остановила падение курса песо, который в августе потерял почти 30% своей стоимости. Это удар по аргентинским семьям. Счета на 3-4-5 тысяч песо, непосильные для работающих мужчин и женщин. Даже занятым людям приходится нелегко. А представьте себе, каково безработным. Протестные настроения вновь захватили и Каталонию. На улице Барселоны вышли тысячи сторонников независимости от Испании. Активисты требуют освободить политиков, арестованных за проведение референдума о независимости. Напомню, голосование, признанное незаконным в Мадриде, прошел в автономном сообществе почти год назад. Тогда 90% участников опроса проголосовали за отделение Каталонии от Испании. После чего парламент региона провозгласил независимость. В ответ Мадрид ввел прямое правление в автономном сообществе, распустил местный парламент и правительство. Руководителя Генералитета, а также ключевых министров обвинили в организации мятежа и возбудили против них уголовные дела. В настоящее время под стражей находится полтора десятка каталонских политиков. Тем временем в Европейском совете отвергли условия Терезы Мэй по отделению Великобритании от Евросоюза. Так называемый план мягкого выхода королевства из ЕС не сработает. Об этом заявил глава совета Дональд Туск. Прежде всего, программа не устроила европейских лидеров по экономическим причинам. Сформулированные на заседании британского правительства предложения попросту невыполнимы, считают в Евросовете. К слову, Брекзит должен завершиться уже в марте следующего года. The Irish question remains our priority too. Все разделяют мнение, что хотя в предложении Чекерс есть и положительные элементы, но в целом предлагаемая структура экономического взаимодействия не будет работать. Не в последнюю очередь потому, что это может подорвать единый рынок. По мнению Туска, моментом истины для Brexit станет октябрьское заседание Совета ЕС. Тереза Мэй, в свою очередь, заявила, что пока не получила от ЕС предложений, которые ее устроили бы. Впрочем, стороны должны завершить согласование договора о выходе Британии из Евросоюза до конца октября. Подразделения армии США и Индии приняли участие в совместных военных учениях. Солдаты отрабатывали методы отслеживания противника, оттачивали навыки скалолазания и уничтожения бункеров. Маневры начались спустя несколько недель после визита в республику госсекретаря Майка Помпео. Тогда Вашингтон и Дели подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Американские солдаты отработают техники и тактики индийских коллег. Среди прочего, они выполнят одну из самых сложных задач – будут штурмовать возвышенность с обороняющимся противником. Этот сценарий дает преимущество врагу. Всемирное антидопинговое агентство восстановило в правах российскую организацию «РУСАДА», которая занимается проверкой спортсменов на допинг. В независимой организации заявили, что все поставленные для этого условия выполнены. Напомню, «РУСАДА» дисквалифицирована в 2015 году после громкого скандала с употреблением допинга российскими спортсменами. По итогам расследования независимый эксперт Ричард Макларен пришел к выводу, что в Российской Федерации действовала допинг-система с поддержкой на высшем уровне. В Москве, в свою очередь, ответили, что эта информация не соответствует действительности. Между тем, на прошлой неделе стороны нашли компромисс. Всемирное антидопинговое агентство перестало настаивать на признании доклада Макларена. Взамен в РУСАДА согласились с выводами главы комиссии Международного олимпийского комитета Самуэля Шмида. По его версии, за допинг несут ответственность лишь некоторые руководители Министерства спорта. Вопрос в доверии, а точнее в его отсутствии.
И в этой связи то, с чем мы работали в течение вот этих лет, это восстановление доверия с международной антидопинговой системой, с нашими коллегами из национальных антидопинговых агентств мира. И как раз то, с чем нам придется работать, и не только нам, а всей российской спортивной системе. В Стамбуле установлен новый рекорд скорости. Супербайк обогнал несколько спорткаров и даже истребитель F-16. Заезд состоялся на летном поле нового аэропорта. Показательные гонки прошли на первом фестивале авиации и космических технологий в стране. Кстати, управлял супербайком профессиональный мотогонщик и по совместительству депутат турецкого парламента Кенан Сафоглу. Помимо истребителя, он обогнал бизнес Jet Challenger, автомобили крупнейших гоночных марок и болид класса Формула-1. Шоу завершилось выступлением турецкой пилотажной группы. Это у меня все. До встречи в следующем эфире в 16:00.